Самый яркий, зрелищный и сложный. Так смело можно охарактеризовать завершающий этап фестиваля «Радуга дружбы». Творческие программы посвятили культурам народов мира. Свои таланты в этом направлении показали практически все классы из гимназии номер 16 «Интерес». Отличный бразильский карнавал, яркие костюмы, зажигательные танцы и динамичная подача. Всеми красками этого уникального события прониклись ученики 1-го В-класса. Сами первоклашки признались, о Бразилии раньше и знать не знали, а теперь мечтают посетить эту страну. Мы узнали, что там очень много танцев. Что там делают костюмы. То, что там любят спорт. То, что там необычные блюда. И самый лучший кофе в мире. Одна из главных целей фестиваля – познакомить участников с культурой и традициями разных государств. Однако, как бы ни были заманчивы испанская коррида, самобытность Татарстана и других стран, все же родную русскую землю люберецкие школьники выбирали чаще для своих творческих постановок. Новый год пришел, старый гнал, себя показал. Ходи на раз солнышко встречать, мороз прогонять. А ученики постарше не стали дожидаться Рождества. Калядовать начали уже сегодня. Старорусские традиции и быт нашего народа передали максимально близко. Марафон – завершающий этап ежегодного фестиваля «Радуга дружбы». В гимназии «Интерес» он проходит в 5-й раз. В течение недели ребята участвовали в спортивных, интеллектуальных и даже кулинарных состязаниях. Но самое главное, что на это время вся гимназия от первых до выпускных классов превратилась в одну дружную многонациональную семью. Детей это сплачивает между собой, заставляет дружить, независимо от того, какой они национальности. Прививает любовь не только к русским традициям, но и к традициям других народов. Итоги всех этапов «Радуги дружбы» подведут на гала-концерте в день закрытия фестиваля. Однако организаторы говорят, что это тот конкурс, где побеждает исключительно дружба. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.